Новые достижения лидских гребцов. В минувшие выходные личане выступили на чемпионате мира по гребле академической среди спортсменов не старше 23 лет, который проходил в Чехии. Воспитанники Лидской спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Лака Краска» по гребле академической привезли 6-е место в классе четверок без рулевого. Также личане удачно выступили на первенстве Беларуси по гребле академической среди юниоров до 18 лет, которая проходила в Заславле и теперь готовится к чемпионату мира в Болгарии. Мы то, что планировали, мы подтвердили. Это Анатская Вероника. На тренерском совете было принято решение в классе четверок безрульных. Они едут на чемпионат мира. И Буравченко Егор в классе восьмерок. Мальчики показали 98,6% от модели. Тем они подтвердили, что должны быть участниками чемпионата мира. Для школы это, конечно, хорошо, хороший результат. Будем надеяться, что они так удачно выступят на чемпионате мира, который будет у нас в августе в Пловдиве, Болгарии. Хотелось бы еще отметить то, что на эти выходные закончился чемпионат мира в Чехии в Рачице, где наши также воспитанники принимали участие. Это Яскель Александр и Климята Денис в классе четверок без рулевого. Они пробились в финал, показав хорошее время, но в финале, конечно, им немножко, может, повезло, может, сил не хватило. Не повезло, сил не хватило. Они были 6-е. Но для них, так как они только первый год вышли с 18 лет, это достаточно высокий результат, тем более 17 лодок участвовало в этом чемпионате мира. У нас с мальчиками была основная цель пройти по наилучшему времени, дабы попасть на чемпионат мира. Мы очень волновались, старались. Но мы могли показать и лучше. На мире стараемся попасть в призы, а для этого усердно тренируемся.